Здравствуйте, это Майк. Хотел узнать, ваше предложение о работе еще в силе? Да. Должность охранника. Я согласен на любую. В 80-е это место было очень популярно у детей. Его закрыли много лет назад, но владельцы пока не готовы с ним расстаться. Я буду работать, а ты спи. Поняла. Дай руку. Тебе нужно будет просто смотреть на мониторы. Добро пожаловать к медведю Фредди. Здесь оживут все ваши фантазии. Ясно. Ты, должно быть, новый охранник. Чем я могу помочь, офицер? Ты уже видел их? Кого? Их. В 80-е здесь начали пропадать дети. Полиция перевернула это место вверх дном. Кто здесь? Но их так и не нашли. Поэтому у Фредди закрыли. Призраки этих детей вселились в гигантских роботов? Ну, спасибо за предупреждение. Это скорее аниматроники. Чего они хотят? Сделать ее такой же. Эбби! Как остановить? Уже слишком поздно. Майк! Беги, Эбби! Нет! Куда едем? Ладно, бывали и похуже.